Здорово, щеглы и щеглухи. Это дядя Коля. О погоде в городе Березовском, Кемеровской области. Сейчас здесь минус 3 градуса, идет снег. Вот даже туман небольшой. О, в Кемеровской области уже наступила зима. Не знаю, как там на Алтае. А здесь, дорогие щеглы и щеглухи, уже холодно. Вот видите, даже пурга. Дорогие щеглы и щеглухи, смотрите мой канал, подписывайтесь на него. Жду новых просмотров, новых подписчиков. Желаю всем здоровья, счастья, исполнения всех желаний в этот день. Всего доброго!